Иньеста. Опасный момент. Икер. Икер спасает сейчас Реал от четвертого мяча. Великий голкипер дотягивается. Роналдо. Хороший мог возникнуть ответ, если бы не Адриан. Вальдес. Вальдес привозит гол в собственные ворота. Вальдес. Вот такое вот в концовке Ди Мария забивает. При преимуществе Барселона, если бы не Касильяс. Вот два голкипера, да? Один. Не позволил сделать 4-1. А другой позволил сделать 3-2. Ну, вообще его, конечно, жестко так прессинговал Ди Мария. Надо еще раз посмотреть этот эпизод. Надо признать, что достаточно последовательно в своих решениях Гомес, арбитр сегодня. Он действительно дает бороться. Он весь матч давал понять, что вот такое нормально. И вот чем закончилось. Хотя, на мой взгляд, это все-таки излишняя жесткость. Ну, Вальдес в любом случае...